А в Киеве сегодня член Верховной Рады превратил заседание парламентского комитета по борьбе с коррупцией в соревнование по боям без правил. Бывший сотник Майдана, а ныне независимый депутат Владимир Парасюк, повздорил с представителем службы безопасности Украины. Парламентарий обвинил силовика в служебных преступлениях и покровительстве наркомафии. В ответ Василий Писный заявил, что для Майдана он сделал гораздо больше, чем Парасюк. Выяснение, у кого в зачете больше добрых дел на Майдане, завершилось вот так. Депутат набросился на представителя СБУ, ударив его с разбега ногой в голову. Генеральная прокуратура завела по факту драки уголовное дело.